Рада? Рада? У меня выходной сегодня. Ну, так и прекрасно. За моргошку хлёсы. Придушу бы. Кость, ну врача же, ну что вы! Шампанского за будущего наследника. Я актриса. Актриса она. Кто тебе сказал? Твой карасин наделан? Когда ты от него уйдешь? Вер, как? Не? Глазки. Глазки у Мишки, да. Ой, ну соседка наша. Кто он, наша соседка? Милейшая женщина. Как я борщ варю. И что, борщ прокис, что ли? Кость, а можно повежливее с пожилым человеком? Кто тут пожилой? Моя теща, что ли? Да ей еще раза три замуж можно выдать. Веруся, давай Алешку. Идем? О, пойдем. Парад. Пойдем. Веруся, давай. Идем. Давайте, дуйте гулять. Идем. Надо же опробовать. Мама, теперь удобно будет. Держи. Спускайтесь. Ну, колясочку, да? Пока, моя зайка. Пока. Пока, пока. Ой, смотри, какая у тебя карета-то. Мам, ты так говоришь про эту коляску, как будто это машина. О, Маргошка, кстати. Уже опаздываем. Давай, побыстрее. Ой, ты мой хороший. Ну, давайте. Не плакать, не плакать, не плакать. Тетя, так уж она и есть. Личный Лешкин транспорт. Мама, мама, спасибо за все. За что? За все. Немного. Все-все. Чуть-чуть. Ну? Не надо, у нас свое. У нас спасибо, свое. Одна. Предлагаю тост. Слушайте, я прошу, хватит пить за железки. За родину. Можно выпить? Да. За бескрайние просторы, за горы, за леса, за реки, за Волгу! За Волгу! Ой, Костя. Мишка, на меня смотри. Ревную. Давай. Следующий тост. За моего зама. Ой, ребят, я такая дура. Кость, я в людях вообще не разбираюсь. Мишка, когда зама привел устраиваться на работу, я категорически была против. Ага, все зудело. Да. Мол, и вид у него прохиндейский, да. И опыта у него нет. Да. А вон оно. Как за обернулось-то, зама. А? Ну да. Что? Тогда за зама. За зама. А? Машину. За зама. Помог за достать. Зама. И все. Вот буквально все под Мишку там переделал. Ну, конечно, ты в министерстве работаешь, ты не можешь прям машин семьи обеспечить. Да ты что? Конечно, нет. Ну, а что люди скажут? Ой, да перестань. Ну, Маргоша, пусть знают, что просто бабе повезло. Муж? Добытчик. М? Добытчик. Мишаня, пойдем знакомиться. Настал-то час. Давай, веди к своей красавице. Барышни, не скучайте. Маргошка, ну не скучай, мы сейчас придем. Ой. Ну ладно, ладно. Да мы недолго, лезь. Видела я вас с Корнеевым. Прям голубки, м? Ой, смотри, Маргош, Костя узнает, он задаст обоим. Я Костю очень любила. Очень. Думала, и он меня. Вот ты спятила? Он жить без тебя не может. Да, не может. Только когда я с маленьким с ног сбилась, по 2 часа в сутки спала, он со своими дружками пиво пил и тигров по кругу гонял. А ко мне одни претензии были. Рубашку он чисто увидел неделю назад. Пройду, вообще молчу. Любит он. Себя он любит. В общем, я тебе сказала, и если тебе важно мое мнение... А если нет? Тебя я предупредила. Косте слов не скажу, я его уважаю. Маргош.
Пойдем в ванну. Там мама Лешины пеленки стирает. Спокойной ночи. Подождем немножко, да, Маргушка? Мне утром на пробы надо. Ну, Марго. Выспаться надо. Правда. Ну, как хочешь. Это мои тигры, а не игрушки, Боря. Ну, во-первых, не могу тебе не напомнить, что все наши звери государственные. Кость, перед нами очень сложная задача. Нужно придумать такое, чего нет ни в одном цирке мира. Женьку Локтенова позовем. Его задница имеет неизменный успех. Во-вторых, нам надо найти новых животных. Нужны молодые хищники. А знаешь, можно поискать маленьких злых кроликов. Слушай, хватит ерничать. Я не виноват, что у тебя не лады с женой. И в-третьих, без Маргариты нам не обойтись. Да что вы. Они теперь большие актерки. Каждый день по пробам да по режиссерам ходят. Короче, Борь, я сам выйду на манеж. Ничего, отработаем, поразим воображение иностранных гостей столицы. Ну, как раньше. Кость, да услышь ты меня. Маргариту нужно в номер. Она вернется. Кость! Она не вернется, Борь. Ее сейчас увидит с этим морским коньком, с Корнеевым. Ребята с Мосфильма рассказывали. Конечно, мог бы его. Кого? Но насильно мил не будешь, Борис. Так что со следующего месяца начинаем репетиции нового номера. Куда? Лежать! 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 Молодец, молодец. Молодец. Мысли есть, Пурш? Нет? Разберемся. Смотри, какая штука тут, да? Да? Ну, ну. Вот так, вот, вот так, вот так, вот, да. Да, 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 да. Ну, невозможно так, Лариса Карповна. Ну, что вы все смотрите и молчите? Вы бы маслица поменьше клали. У ребенка и так лишний вес. Да. А вы, Лариса Карповна, своих внучков-то заведите, а потом и вталкиваете им постную кашку. Витя! Вот, посмотри, посмотри, кто там. Кто там? Куда это она побежала? Витя! Дядя пришел. Дядя пришел. Здравствуй, мам. Пойдем скорее. Слушай, дай мне. Пойдем минутку. Скорее. Я по делу. Меня там машина ждет. Просто на работу нужна. Ну, ты понимаешь. Ну, как же так, Витенька? Я ведь тоже могу с детьми посидеть по воскресеньям. Да не надо, мам. Люсенька говорит, что ее мама справляется вполне. Ну, погоди тогда. Знаешь, я вам сейчас две баночки варенья дам, вишневого. Ну, к чаю. Мам, да не надо никакого варенья. Ты в него слишком много сахара кладешь. Еще диатез какой вскочит. Ну, у тебя-то, как я погляжу, не вскочил. Ну, мам, ну, все хватит, детство все. Лопал, за ушами трещало. Все, из головы вон с твоим вареньем. Я вот чего спросить хотел. Ты в следующий раз в сберкнижке деньги когда снимать будешь? Как всегда. В начале месяца. Ну, ладно, все, я пошел. А, да,
Еще, мам, не надо нам больше звонить и молчать в трубку. Все, пока. Не судите его. Я очень перед сыном виновата. Вместо того, чтобы уделять время только ребенку, я отдала его бабушкам. А сама с мужем по гарнизонам моталась. Я очень сильно мужа любила. А пойдемте поедим вместе. Пойдемте. А то я столько каши наварила. Алешке одному не осилить. Девчонка еще. Ох, Ларисочка Карповна, ведь она же дочь мне родная. Вот как тут сердце не болеть? Да не волнуйтесь, она взрослая женщина. Она поймет, что семья – это самое главное. Времена пошли. Раньше мужики нажирались. А теперь? А теперь наше время пришло. Сядешь? Поговорить бы. Я вот все последнее время думаю, кто я? Дрессировщица? Нет. Меня родной муж из номера выжил. Жена? Ни в коем случае. Мужу измену учинила. С тоски, по глупости, от обиды. Но факт. Матерь я побыла, ребенка чуть не угробила. Дом загадила хуже конюшни. Мужа только что с голоду не уморила. Артистка тоже мимо. Опять обещают, потом пропадают. Обещают, пропадают. Круг замкнулся. И вот из всего вышесказанного возникает вопрос, и кому я такая нужна? Мне. Мне нужна. Пьющая мать, горе в семье.
Гадость какая. Ну все. Пошли. Ну? Кость. Где ты был так долго? Пойдем. Давай. Ну все, все. Пойдем домой. Ой, Господи, что творится. Вот парочка, а. Кулик да Гагарочка. Да не вертись ты, Господи. А ручку можно? Можно ручку. Можно ручку. Давай здесь жить. Жить? Ну, переночуем мы здесь точно. Дома одни глаза кругом. Даже уединиться негде. Давай вторую лапу. Да. О. Больно? Да. Абраму задел. Ну, а что ты хотела? Мужику в гостиницу через окно лезть. В следующий раз не забывайте паспорт, мадам. Давай следующую. Ой, мокрая. Все. Тихо. Ты игралась? Что, сиди тихо. Тихо, говорю. Тихо. Тихо сиди. Фу. Мне сказали, что у вас женщина. Товарищ администратор, ну как вам не стыдно верить всяким слухам? Ну, честное слово, ну я не знаю. А тогда почему вы в таком виде? Ну, я... стираю. Так вы сейчас один? Нет. Сейчас я с вами. Может, вы зайдете? А? А, не, нам туда. А вы что здесь делаете? Так, ну, я вижу, что я неинтересен. Считаю, что между нами все кончено. Дорогуша, может, вы с нами? Мы вас не обидим, обещаем. Сейчас такую драгушу устрою. Я позвоню на вашу работу и расскажу, чем вы занимаетесь на государственные деньги в командировках. Ясно? Ты знаешь, что нас сейчас чуть не выселили из этого вот этого, а? Кость, мне надо тебе кое-что сказать. Подожди. Не надо ничего говорить. Я все знаю. И не хочу вспоминать. Ты о чем? Ты о чем, Кость? Корнееве о чем? Кто это? Я возвращаюсь в цирк. Я соскучилась. Я не могу без вас. Все, хватит. Правда. Ну, с возвращением. Мне надо овации. Сейчас я тебе покажу овации. Маргушка. Подожди. Куда ты? Что? Ух ты. А? Слушай. Давай с тиграми номер в воде сделаем. Точно. Новый аттракцион. Как? Чтобы плавали. А? Да подожди ты со своими тиграми.
Что это за балаган? Ты где был? На складе. Что-то случилось? Снабженца моего арестовали. Господи. За что? За хищение. В особо крупных размерах. Лиза. Лиза, я Ирочкой клянусь, я не знал. Не знал. Как ты мог? Как ты смел? Не знал. Кто ж тебе поверит? Лиз, ну ты-то мне веришь? Я? При чем здесь я? Погубил. Ой, ты же всех нас погубил. Ты меня, ты Ирку, ты себя погубил. Ты про Ирку подумал? Ты подумал, что с ней будет? Ты про меня уже разговора нет, меня же выметут. Что ты наделал? Что ты наделал? Что ты наделал? О, погубил. Ой, Господи, погубил. Ой, мамочки, что ты наделал? Ой, что ты наделал, мамочки? Ой. Ой, что ты наделал? Ой, погубил. Ой, ой, мамочки мои, что ты... Ой, мамочки. Ой, ой, мамочки. Ой, ой. Миша. Миша, вернись. Мишенька, ой, родненький мой, что же ты наделал? Ой, ой, что же будет? Мишенька мой. Что ты скалишься? Что ты скалишься? Давай, давай, мой красавец, даже не думай мне. Где наши манеры? У нас сегодня гости. Давай покажем, на что мы способны. Давай, красавец, не подведи. Ау! Ау! Ой, молодец, красавец мой. Умница, умница. Умница, умница. На, на. На, мой хороший. Молодец. Молодец. Следующая остановка – улица Чернышевского. Товарищи, передавайте за проезд. Это было прекрасно. Жутко и прекрасно. Извините, дамочка, извините. Вы мастер, конечно. Ну, бросьте. Нет, нет, ну что вы? Просто опыт большой. Как вам так удалось Раду переломить? Ну, тут интересная история. Дело в том, что… Передайте, пожалуйста. Дело в том, что наряду с полученными от дрессировщика условными рефлексами, действиями животного управляют его естественные, его природные инстинкты. Вот. В данный момент одни заторможены, другие, наоборот, преобладают. Но таким образом болевой рефлекс в смешанной дрессуре не надо воспринимать буквально как причинение зверю боли, а наоборот. Наоборот, как напоминание животному о том, что боль может быть применена. Вот такая трактовка смешанной дрессуры и является главной особенностью системы работы с тиграми, которую мы с Костей и вашей сестрой применяем. Товарищи, разрешите? Угу, спасибо. Извините. Спасибо. А Маргошка талантливая, правда? Да. Она такая единственная.
Передайте, пожалуйста. Извините. Несравненную Маргариту Назарову, новую звезду советского нашего кинематографа. Ура! 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 Цирка, Никит Сергеевич. Не понял? Цирка, не кинематографа. Лизавета, ты же говорила, что Назарову молодой собирался какой-то снимать. Да. Рязанов хочет ее снимать. Сценарий нашел. Комедия. Ну, Рязанов хороший. Нужно соглашаться. Отказался уже. Я в цирке служу. Тем более, что мы с мужем придумали новый аттракцион, грандиозный такой, чтобы весь мир удивить. О как! Ишь ты! Ха! С мужем! Ха-ха. Молодцы! А ну-ка, красавица, иди-ка сюда. Расскажи, как ты с мужем придумала весь мир удивить. Никита Сергеевич, кино – это не мое. Вот цирк, это другое дело. Я люблю Костя. Ну что цирк? Спасибо. Ну это же опилки. Опилки. Давай, пожалуйста, выйдем, мне поговорить очень нужно. Ну, люблю я это дело. Да. Ты не представляешь, что сейчас начнется. Он говорит, что не знал. А ты верь ему. Я-то верю. А больше никто. Слышь, а пусть докажут. Костя, докажут. Это же хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Да. Вера, угадайте, это что? Палка. Да. Но это волшебная палка. Это дистанция жизни между мной и хищником. Вы, по-моему, где-то витаете. Нет, нет, я внимательно слушаю. Молодяк, вот всего ему годик, считает палку или кнут продолжением моего тела. И когда я работаю ими рядом, видите, или даже прикасаюсь, видите? Хоп-хоп-хоп! Зверей это пугает больше всего. Но, в конце концов, заставляет подчиниться. А вот уже взрослый тигр считает палку или кнут живыми конечностями укротителя, да? Да. И в любых случаях непослушания он цепляется в палку, а не в руку его. Поэтому на всех представлениях дрессировщики и пользуются вот этими орудиями. Но самое главное для укротителя – это реакция. Вера! Ничего, ничего. Маленькая ранка. Все.
Ничего. Мамуль, так вот, в такой работе просто совершенно необходима выдержка и хладнокровие. Угу. Понимаешь? Лариса Карповна, да вы опять впереди паровоза бежите. Сначала суп. Ну, котлеты ж подгорают. Мамуль, вот подожди. Вот ты только представь себе. Вот если ты бросишь тумбочку хоть на десятую долю секунды позже, то все. Зверь настигнет ее в прыжке. Понимаешь? Боже мой. И все. И тогда никакая другая тумбочка уже не спасет. Он остается совершенно беззащитным, дрессировщик. Но он же не может бросить тумбочку, когда зверь уже в воздухе. Понимаешь? Это да. Алло? Да-да, Борис Афанасьевич. Здравствуйте. Хорошо. Да, я буду. Я приеду пораньше и все приготовлю. Ну, конечно, умею. Хорошо. Она влюбилась. Иду, иду, иду. Какие люди, проходите. Борис Афанасьевич. Здравствуйте, Марго. Сервиз чайный. Ну, хотели выбросить, а Маргоша говорит, давай Борьке отнесем. Ты все барахло, которое тебе не нужно, волоки ко мне. Вот дурак. Может, к вечеру и до чая доберемся. Проходите. Здорово. Здорово. Ну, давай, показывай. Как. Вот налево. Ух ты. С ума сойти. А то. Ну? Обалдеть. Борис Афанасьевич. Что? Вот только не говорите, что вот это все, эту красоту вы сами делали и всю ночь салаты стругали. Здрасте. А кто? Конечно, я. Да. Да шучу. Это все Верочка. Ваша сестра-волшебница. Вера? Да. Вон на кухне стряпает. Это она? Ну да. Ты, Борька, буржуй. Чего? Да пора тебя экспроприировать. Это он в смысле, что ну мыслимое ли дело одному человеку в стольких квадратных метрах? Во-во, во-во. Да сколько тут этих метров? И к тому же я не просил, мне сами дали. Говорят, на, Борис Афанасьевич, себе. За заслуги. А мы на 10 впятером. У меня зачешется, я чешу, а оказывается, не себе. Ладно, пойду гляну, что там моя сестра на вашей кухне делает. Сходите, а мы пока. Давай. Давай. Слушай, а чего ты у Елизаветы Никитишны по поводу квартиры не попросишь? Вы молодая, перспективная пара. Она вас любит. Я думаю, поможет. Не, Елизавета сейчас лучше. Не трогайте. Давай. 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 За тебя. Ой, как хорошо. Там у Мишки на складе очень серьезная проблема. Чего? Большая проблема. Вот не надо с этой торговлей связываться. Да не торговля, Боря. Уроды везде найдутся. Это да. Как говорится, с хищниками полегче. Это точно. Давай. Давай. Слышь, Борька, ну а что у тебя с вирусики-то, а? Костя. Рит, это тебе не кнутом на Порше махать. Положи ножик-то, а то палец себе оттяпаешь. Я справлюсь. Как хочешь. Верунь, а? Посмотри-ка мне в глаза. Чего? Влюбилась в Эдера. Дурюха. Вот дурюха. Он же старше тебя. Ну и что? На 30 лет. На 30. Ты понимаешь, что это такое? А ты понимаешь? Ой, Веруня, я не понимаю. Но я хотя бы в кино видела. Такая разница в возрасте – это ревность, болезнь и каприза, а потом снова ревность. Ритка. Ну, что ты мне душу рвешь, а? Я запуталась.
Ну, запуталась, распутаешься. Вон охапал. Даже найти не могут. Ты помолчала, Клавдия? Я с ним работал. Он варьё на дух не переносил. Слав, что-то не сходится. Смотри, тут на накладных явно не его подпись. Вижу, вижу. В сейфе ничего нет. Можно предположить, что он снабженец. Крутил с поставщиками за спиной Туркина. Правильно говоришь, начальник. Михаил Иванович, он во мужик был. Да если бы он узнал, что эти крысы у государства воруют, он бы им устроил сталинградскую битву. Так я сам видел, как он с Несуном боролся. Несун этот не какой-нибудь вам. Племянник директора. Михаил Иванович его как тузик сало шматовал. Даром, что без ноги. Еле оттащили. Да мужик он. Настоящий мужик. Товарищ, вы кто? Член партии. И понятой. Вот и помолчите. Да погоди, Коль. Так вы говорите, он племянника директора? Да. За воровство чуть не убил. Угу. Ладно. Разберемся. А где этот завсклад-то ваш? Да так и не было его с утра. И светит мне ни много ни мало. Десятка. С конфискацией. А то и вышка. Ну ты же не виноват. Виноват. Ты же мне сам говорил, смотри, что подписываешь. Где? Я... Костя, обещай мне, что ты моих девчонок не оставишь. Что ты мелешь? Ну, сам ты будешь о них заботиться, понял? Давай. Ну, давай. Мне Лизка сказала, Мишка, знаешь, за что я тебя всю жизнь люблю? За то, что ты мужик. Мужик. Вон и ноги уж лишился, а мужик? Мужик. Такие вот дела, Костя. Ну ладно, давай. Насыпь еще на пассажир. Ну ладно, подожди, смотри еще сколько. Ну мне пора. Мишань, ну куда пора? Тимофеевна, давай, самое, нам еще тащи. Кость, хороший ты мужик. Я горжусь дружбой с тобой. Ты друг мой. Ты мой друг, понял? А я вот говно, говно. Да что ты несешь? Я не могу. Ну, что ты несешь? Я не могу. Ну, что это такое? Что ты? Отец, отец, дай инструмент, а? На секунду. Будь другом, дай. Не сломай, отец. А, отец, дай. Держи, сынок, не жалко. Давай. Сейчас Господи. Дадим. Ну-ка, давай. Мишаня, бери. Я присяду. Давай, Мишаня. Играй. Давай, Мишаня. Все образуется. Давай. Ну. Дай огоньку. Раскинулось море широко. Спасибо. И волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко. Подальше от нашей земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моей топке совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Движением привычным он печь отворил, и пламя его озарило. Закончив бросать, он напился воды, воды опресненной нечистой.
лица его падал пот, сажи следы, заслышал он речь машиниста. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали. Войдите. Пропадает. И что с нами будет? С вашим мужем ничего особенного. Пожурят его. Ну, попал под дурное влияние. Я пришел из уважения к вам, чтобы вы понимали. Ситуация, конечно, сложная, но вполне разрешимая. Спасибо. Ну, пойду. Передайте вашему мужу, пусть зайдет ко мне завтра, прямо с утра. Алло. Да, Елизавета Никитична. А Миша дома? Нет, ушел. Настоящий офицер. Человек чести, совести. Жену с дочкой жалко. Жаль, конечно. Надо хорошо помянуть командира. Поменем. Ой, все. Не могу. Все. Ой, мама. Прими лекарство. Мишка, что ж ты наделал? А тот подонок, что жизнь нашу сломал, выпустили его. Выпустили? Выпустили. Нашлись покровители.
ко мне, товарищ? К тебе, скотина. С горячим приветом. Валентина! Вызывай милицию! Убивают! Убивают! Ты на кого суд отвечаешь? Куда, куда пошел, а? Назад! Тумба! Тумба, Шерхан! Молодец! Ап! Ап! Ауф! Ауф! Шерхан! Шерхан, ап! Ай, молодец! Молодец, Шерхан! Хорошо! Вот так, место! Место! Куда? Шерхан, назад! Назад! Тумба! Боль! Он готов! Костя, не бубни, он не готов! Хорошо! Шерхан, ап! Тумба, Шерхан! Тумба! Молодец! Ой, давай поменяемся. Что-то мне размяться охота, а? Костя, расслабься, я полон сил. Ну, чего капризничаешь? Красивый, здоровый тигр. Ай, не нравится, не нравится нам. Вот, молодец. А, Шерхан, нет! Костя! Вода! Держи его! Ага. Боря, Боря, держись, Боря, Боря, Боря. Костя, я на 5 минут опоздала. Так, дайте я гляну, быстренько. Что? У нас глубокая рана. Терпи, терпи. Молчите. Я думал, что больше никогда вас не увижу. Молчите. Большая потеря крови. Как хорошо. Все будет хорошо. Хорошо. Что вы пришли? Так, понесли, живо. Прощайте. Я тут. Прощайте. Маргарит. Аккуратней. Прощайте. Я Вера.